Каждый год специалисты администрации города приглашают учащихся старших классов на урок. Тема – отличный разговор. Глава Полесского городского округа Константин Поспелов общается со школьниками, рассказывает, как устроена работа органов местного самоуправления. Дети узнают о работе муниципальных служащих. Вполне вероятно, кто-то из участников встречи сегодня определится со своей будущей профессией. Но любое общение с нашими школьниками – это всегда интересно, потому что эти ребята, заканчивая школу, готовятся поступать в институты, потом возвращаться, я надеюсь, в город рабочий, работать на наших предприятиях, структура города. И если мы сегодня поговорим о профессиональных вопросах, о жизни города, то вполне возможно, ребята будут учиться, может быть, более осмысленно, и выбирать профессию будут более осмысленно, и совершенно осознанно приходить на те рабочие места, которые они будут выбирать. Поэтому мы этим встречам уделяем огромное внимание и благодарим педагогов, которые организуют ребят, которые приходят и активно участвуют в этих разговорах. Участники встречи уже знакомы с устройством и структурой муниципалитета, сколько депутатов в округе, кто руководит органами местного самоуправления. И на многие другие вопросы школьники знают ответы. Максим Кульбака и Александр Подкорытов учатся в 10 классе в политехническом лицее номер 21 «Эрудит». Рассматривают возможность работать в муниципальной службе, поэтому для них встреча очень полезная. Я пришел, как бы это ни звучало меркантильно, из собственных побуждений, так как я планирую связать свою дальнейшую жизнь именно с данной профессией, с профессией государственной службы. А кем хочешь стать? Уже определился? Довольно интересный вопрос. Поначалу я думал пойти в Министерство иностранных дел, но это очень-очень тяжелая профессия. Скорее всего, государственная служба в администрацию или городскую администрацию, либо же, если будет все хорошо, буду хорошо ответственно подходить к своей работе, то пойти, конечно, на вышестоящую должность, это мэр или уже глава региона. Я думаю, что найду себя в сфере управления. Данную позицию, скажем так, я занял после всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Именно там я выявил в себе некоторые перспективы и качества лидера, которые, по моему убеждению, достаточно много значат в современном мире. Но также в будущем стать управленцем меня побуждает стремление к достижению результата. Я всегда достигаю поставленных целей, причем делаю это в лучшем виде. И думаю, что смогу привести любой, как бы то ни было, коллектив в интересной мне сфере, а именно сфера права, юриспруденции или той же политики. В ходе диалога школьники задали вопросы главе города и председателю Думы Полевского городского округа не только о работе, но и о личной жизни, о качествах, какими должен обладать лидер и грамотный руководитель. Встреча получилась конструктивной для обеих сторон. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11 канала.